Наконец построили. Многочасовые пробки в Борском направлении теперь в прошлом. Однако этот мост называть дублером даже и не хочется. Через Волгу построили настоящую транспортную систему с подъездами и развязками. Ее официально открыли ранним понедельничьим утром. Просто приятно находиться здесь и видеть, что все-таки можем мы строить, умеем строить, когда захотим. И все отвечает современным, еще раз подчеркиваю, предъявляемым требованиям по безопасности, в первую очередь, дорожного движения. Побольше бы таких открытий. Полицейские надеются, что теперь о таком понятии, как реверс, можно будет забыть. Пропускной способности моста хватит, чтобы избежать пробок. Первые автолюбители проехали по мосту уже в 5 утра, да и до сих пор едут и радостно сигналят. Ведь теперь через Волгу пролетать можно с ветерком.